Привет, друзья! Продолжаем вас знакомить с работой военно-промышленного комплекса России. В новых условиях потребность вооруженных сил России в военной технике выросла в разы. Очередное выполнение гособоронзаказа на российском авиазаводе «Авиастар» в Ульяновске проверил министр обороны России. Завод производит основной российский военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и проводит ремонт тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100. Как сообщил министр, сейчас нагрузка на авиацию увеличилась в разы, она в два раза больше, чем была в самые напряженные моменты во времена СССР. Также министр отметил, что необходимо нарастить производство самолетов Ил-76, а старые версии ускоренно модернизировать. В ходе посещения авиазавода министр уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при модернизации самолетов Ан-124-100. Ему доложили, что сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный двигатель Д-18Т, либо двигатель БД-35. Эпизоды сборки российских самолетов Ил-76 далее в видео. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.